Смотрим на разнообразие сыров. Очень много сыров. Очень просто. Глаза разбегаются. Знаете, что будете брать? Ну все. Мы берем. Сыра набрали. Это нам запаковывают. Может быть, потом сниму, что мы взяли. Merci beaucoup. От всего понемножку взяли. Прохожу быстро, если что. Если вас что-то интересует, то можете приостановить видео и посмотреть. Тяжело? Ну-ка. Да, нелегко. А ты килограмм минус? Нет, это, я думаю, килограмм 3. Я думаю, что Эдина тоже увидит. Сколько заплатил? Я думаю, 100 евро. 50. Это все? Это все? У нас Германия, конечно, дороже. Зенф. Или это коник? Мед. Ты хочешь выбрать? Ну, выбирай мед. Выбирайте 2-3 баночки, возьмите. Давай. Какие? Я гинал. Такой темный? Небольшую баночку. Большую вот такую. Не уронит, не уронит. Не, это светлый ковер. Или? Или это уже этого года? Хочешь такую большую возьми? Так, берем мед. Цены вам показаны. Ба, ба. Какой-то хлеб, но выглядит очень вкусно. Рыбку заснула. Просто что во Франции есть. И почем, да? Видите цены. Вот это вот настоящая курочка бризде с синими ножками. Деликатес во Франции выращивается очень хорошо, биологически или органически. Так, что мы взяли? 60 евро. 7 баков. Merci. Они взвешивают. Утину грудку. Merci beaucoup. И 7,80. Царство Харибо. Мои мальчишки остановились на сладостях. Бери смесь. Бери, как ты хочешь. Сейчас дядя подойдет. Просто покажу, вот какой базар. Разнообразие, конечно, здесь очень большое. Ну и как? Горох. Вкусно? Уж в парке.
сырым. J'arrive, madame. C'est 28,50 le kilo. Il est là, voilà. Et puis, allez, un bout fort, et puis, on arrête. 5,50. Какой он? Сперт? Ну, давай возьмем. Давай, да. Я тоже буду. Только с перцем, он другой еще какой-то. Ой, какой он. Собачка красивая. Смотрите, сколько сыров. Я одну. Bonjour.